Татьяна Николаевна. Алло, алло. Сдувай. А вот тут это масло, не масло, вот это вот, что это такое? Вот. И это нормально? Не, это просто как от воды потеки. А, от воды. Масло оно жирное аж будет. Ну да. А это просто как потеки воды. Потеки воды. А это что сейчас делается? Зажимаю термостат на коробку. Сейчас хомутик будет одеваться. Угу. Ну, шланг хомутом нажимается.
А замена будет происходить, если это, машину надо завести? Да. Это мы ее пустили. Угу. А сколько литров в коробку масла? 12-15. Вот как раз этот бочонок. Это 20 литров бочонок. Yes.